вы не понаслышке знакомы с плотоядными и травоядными ящерами. Так что вы должны знать, почему в парке их нужно держать раздельно. Сначала мы должны вырастить новых динозавров, а затем расселить их. Отличить их друг от друга будет несложно. Полезный совет. Тот, что попытается откусить вам руку, не травоядный. Мы получили новое предложение. Не будем медлить. Не упускайте такую возможность. Я хотела сказать, что очень ценю все, что вы сделали для научного отдела. Ну вот, уже сказала.
получен запрос на пополнение кормушки. Вот это просто блеск. Этот контракт мне нравится. И вам понравится. Эй, я узнал про отличную возможность. Ее не стоит упускать. У каждого вида динозавров свои потребности. Убедитесь, что условия их содержания соответствуют стандартам. Это одна из наших самых больших проблем. Даже когда мы держим их раздельно, они знают. Каждый из них знает, что другой где-то рядом. Хищник и жертва. Один раздражен, другой напуган. Это пороховая бочка, которая того и гляди взорвется. Как будто этой проблемы нам было мало. Среди динозавров распространяется болезнь. И мы должны немедленно принять меры. Нужно ли напоминать, какими инвестициями вы рискуете, пока эта болезнь гуляет по парку?
Может начаться эпидемия. Болезнь распространяется. Запрос принят. Добавляю задание. Назначаю дополнительное задание. Ладно. Мы, конечно, сильно рисковали, но, кажется, пожар потушен. Болезнь удалось локализовать. Новых больных в парке не появляется. Ух, пожар потушен, сказала женщина с огнеметом. Займитесь этим контрактом. Чувствую, мы оба об этом не пожалеем.